Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале у Галины, я живу во Франции, и сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор бюджетного ассортимента итальянской моды во Франции. Так, ну это народ вам к тому, что некоторые говорят в вашем возрасте носить короткое. Вот посмотрите, пожалуйста, пара. Вот мужчина высокий такой. Верно заметили, что высокие мужчины любят маленьких женщин. Вот, а высоким женщинам трудно найти высокого мужчину. Ну вот, пожалуйста, вот женщина в возрасте, какое у нее коротенькое платьице. Это мы были в строительном магазине, так как у нас сейчас идет ремонтик. И вот я не преминула показать вам, конечно же. И вот на эту пару уже обратила внимание в другом магазине, магазин Камайо. Пара возрастная уже, ну, взрослые достаточно люди. И мадам купила короткое платье, я видела ее примерочку. А вот и еще один пример стройной француженки элегантного возраста. Да, летом очень часто можно встретить француженок в платьях, и они абсолютно не парятся, вы знаете, о своих смущенных коленках. Девушки, Натуся, Натали, Итали, Сардиния, Алочка, дам ссылки на вас. А почему вспомнила вас? Вы посмотрите, Наташа как-то говорила, что «Галя, у вас во Франции итальянские вещички лучше будут, чем у нас». Итак, демонстрирую вам, подтверждаю это, возможно. Вот такая вот кофточка. Италия, блузочка из шитья. Но это ли не чудо, а? Прям воздушная красота. Вот шитье, перфорация вот такая вот на кофточке. Так, и стоит она, стоит 19,90. Затем мне понравились очень вот такие вот брюки. Ну-ка, сейчас я их пристрою вот сюда. Пояс вот такой вот, бабочка, когда застегивается. Пояс на резиночке и бабочка. И вот они вот такие вот широкие. Ну, как вот длинная юбка-брюки. Просто прелесть. И материя сама, ну, просто чудо. Так, какой же материал, где найти здесь бирочку? Сейчас постараюсь бирочку найти. Так, ну вот, нашла. Значит, панталон уни, поплин, поплиновые. Ткань такая вот, Made in Italia, мода. И 16,90 стоят эти брюки. Они есть, значит, вот в таком модном цвете. Сейчас же вот эти вот цвета модные. Ну, в классическом черном, понятно. Вот в таком оливковом защитном, вот в таком сером, ну и так далее. Так, а ну-ка, это что за цветастые такие брюки? Ну, это тоже хоть и Италия. Так, вот модель Италия, но они что-то мне не очень, потому что они синтетические. Так, цена их 19,90 тоже. Алочка и Наташа, это все Италия. Я все этикетки посмотрела, но у меня особо нету времени останавливаться долго, потому что я спешу. Прелесть, прелесть, платьишки какие, чудо. Вот Италия. И, в общем-то, вся цена поголовно одинаковая, 20 евро. Вот какого цвета различные. Рукавчик можно делать длиннее, короче. Вот такое вот оно, разлетаистое все на лето. И ткань чудесная. И вот разные-разные цвета этих платьев, фасон один и тот же. Вот такое платье. Вот такие шляпки. Шляпки по 4,95. Так, ну-ка, а это вот, если черная, то сколько? Панама. Так, это Панама 7,95. А нет, вот же. Это она стоила 7,95, и ее уценили 4,95. Все, то есть они теперь по 5. Будет смотреться на манекене вот эти вот все разноцветные. Вот, хоть и покрой один и тот же, но вот за счет того, что разные цвета, мы тут
девушки в Вильнёве. Будем смотреться пару. Девочки, а сарафанов, а платьев в пол, длинных, видимо-невидимо, различных расцветок, различных фасончиков, и с рукавчиками, и с крылышками, и вот с таким вот рукавом широким. И вот такое вот платьишко, а внизу плиссировка. Но это трикотаж, но не очень. И вот такое вот сарафанчик. А нет, это не сарафан, представляете, это комбинезон. Сейчас пошла вот опять мода на комбинезоны. Так, и я хочу обратить ваше внимание вот на этот комбинезончик. Он мне очень-очень приглянулся. Ура. Так, вот он, пока достала его. Вот, посмотрите-ка, отойду подальше. Просто прелесть. И тоже материал поплин. Вот такой вот у него рукав. И вот так вот. Такие штанины широкие. Просто чудо. Так, далее сарафаны вот такие. С отделочкой вот такой вот, катуновые кружавчики. Вот здесь вот немножко блесточек. Вот так вот. Воланами она пошита. Так, дальше. И все это промо-съем, ребят. Все это промо-съем. 13 евро стоит сарафан. Вот такой вот сарафан. Вот такое платье. И это вот все ткани. Простые такие, стопроцентные. Так, это мы с вами видели. Такие сарафанчики чудесные. И вы посмотрите, любые-любые цвета. И шляпку такую же можно подобрать с одним каким-то вот таким вот цветом в полоску. Ой, разговариваю так сейчас. Ой. Сарафанчик вот этот вот катуновый трикотажный. Просто чудо. И пуговки деревянные. Италия, девочки. Made in Italia. Fabrication an Italy. Алла, Наташа, привет. Ну, конечно, Аллочка, это не та высокая мода, что ты нам показываешь. Какую прелесть, что прямо-таки глаза разбегаются. Это попроще, конечно, но все-таки радует, что, знаете, не Китай. Мне замечание, сделали маску из подбородка натянуть на нос. Поэтому, может быть, я говорю сейчас так, что голос изменился. Ну, вот смотрите, вот такие вот различные кусены. Вот как на картиночке. Но я остановилась, почему вот таких вот у зеленых, у фисташковых, потому что, ну, это же мой цвет. У меня же все в саду такое. И вот подушки вот такие же садовые. Вот зелененькие. Хорошо, что каждое лето можно как бы свой стиль продолжить, пополнить, заменить, если уже вдруг подушки испачкались, вот, или сидушки на стуле. Нет такого, что ты не можешь потом найти то же самое, что у тебя было. Мне вот это вот нравится очень, что цвета повторяются, потому что свой стиль, вот я стиль свой в саду не хочу менять. Очень-очень популярны вот такие вот штаны. Француженки их очень любят. Вот по 9,90, ну практически по 10 евро. Вот такие вот разных расцветок различных. Спасибо, мои дорогие друзья, что были со мной сегодня. Всем здоровья, мира, добра и пока-пока!